Напротив областной больницы установлен новый остановочный комплекс. Ранее здесь был торговый павильон, который демонтировал собственник. Мурманчане, в особенности пожилые люди, обращались к городским властям с просьбой как можно скорее обустроить пустующее пространство. Согласно графику, конструкция на этом месте должна была появиться только в июне, но для удобства жителей города остановку было решено установить гораздо раньше. Когда на улице станет теплее, работники управления дорожного хозяйства займутся укладкой здесь асфальтового покрытия. В апреле у нас были жуткие снегопады, и снежный покров у нас выпало порядка 30 сантиметров. Несмотря на это, как бы остановка достаточно значимая, и очень много пенсионеров и людей пожилого возраста пользуются этой остановкой. При этом пришлось отложить те плановые работы, которые планировались на лето сделать, прийти и при соблюдении там технологий установить этот остановочный павильон.